ребят, всем привет! Вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Ну что, продолжаем мы бить рекордики. Сегодня погоняем по лесу. Сундучок, раллейная тачка, как и обещал, ребят. Ну, здесь у меня рекордик на слабенькой когда-то был. На баге для песка, ребят, да, 3856. И сегодня я попробую проехать, ну, 1007, я думаю, что по лесу на раллейной тачке, в принципе, думаю, смогу проехать. Так, что мы можем поставить за место крыльев, допустим? Или все-таки их оставить? Так, после успешных переворотов. Ну, в принципе, давайте оставляем все как есть. И поехали. We'll be right back.
Все, ребята, наконец-то я приплыл. Так, давайте-ка я этот вызов кину вам, друзьям. Кто у меня в друзьях, тот попробует покататься. Ребят, смотрите, ускоритель у нас новиночка, по-моему, легендарный, да? Только единственное, что на суперкар, хотя суперкар. И деталька что-то не очень. Она, по-моему, срабатывает при идеальном приземлении, да? Стартовый ускоритель неплохо. Ну и зимние шины, ребят, у нас на трактора. Так, трактор не открыт. 6 кристалликов в итоге. Так, сколько я всего набрал-то? 23, что ли, сундучка, или 24 сундучка, ребят, набрал по трассе. Так, 9800 нам дали. Так, хорошо, что в итоге? 6800. 9800, 6800. Ну, где-то, ну, будем считать, грубо говоря, 15 тысяч монеток тоже срубил. 11074 метра. Давайте-ка вызов друзьям сейчас. Сейчас поделиться не то. Вот здесь он, да, создание вызова, ребят. Окей. Все, то есть можете пробовать. Вы у меня в друзьях, можете пробовать покататься. 6870 монеток почти срубил за 11 тысяч метров. Ну, примерно 14 минут у нас эта поездка заняла. Так, ладно. Перерыв на рекламу, ребят. Перерыв на рекламу. Кстати, рекламка была прикольная. Ну что? Перерыв на рекламу, это говорит о том, что я, ребят, ни разу не задонатил в игру. То есть ничего не покупал. Давайте эту штуку откроем тоже. Смотрите-ка, Стив. Костюмчик Стив. Только вот, блин, ну что ж, не падают мне детали на раллийную тачку. 174 монетки уже накопил. Ничего себе. Так, где-то курточка. Это вот это, да? Так, хорошо, хорошо. Так, больше у нас ничего нет. Давайте-ка вот так оставим. Так, что здесь? Краски никакой нет, колесики такие только дурацкие. Почему на раллийную тачку у меня вообще ничего не падает? Не хочет, ребят, нормально ничего сыпаться. Ну, мне пока не везет по поводу деталей на раллийную тачку. Смотрите, вот топовые детали у меня недоступны. Жаль, обидно, все хочу, все пытаюсь что-то выбить, не получается, не падает, ребят, не падает на раллийную тачку. На другие машинки, конечно, всякие падают. Так, можем с вами прокачать турбо и коробку. Давайте прокачаем. Давайте прокачаем. Ух ты, еще и на мотор хватает. Окей, ребят, все деньги тратим на прокачку нашего раллийного авто. Так, хорошо. Ну что, подписывайтесь на канал в следующем выпуске. Я надеюсь, у нас вкладка «Друзья». Так, что у нас тут? Блин. Вкладка «Вызовы» у нас немножко потуплена. Ребят, ну что, в следующем выпуске... погоняем с вами. Нет, следующий выпуск у нас будет связан с ивентиком. Bank and Blitz, да? Так, и... уже потом с вами погоняем в режиме «Друзья». Попробуем покататься. Так, Макс Топчик, Рустам, Хейсер и Кракен. А, ребят, здесь совсем, ну, разные, короче, у нас игроки. Это прикольно. Это прикольно, я надеюсь. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть на режим «Вызовы, друзья». Так что, ребят, подписывайтесь, жмакайте на колокольчик. Не забывайте еще подписаться на канал «Просто Папа Фан». Там у нас разные игры. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.